Аня, привет! Привет! Как настроение? Хорошо. Не очень. Что такое, Илья? Хорошо, уже! Отлично, солнце светит. Мы сегодня, всем привет, это мы Twins Fun Life. Мы сегодня едем в парк Феофания. Это, ну, мало того, что это красивый парк, сегодня там еще проходит какой-то праздник позитива. Мужики, Илья, ты спрятался чего? Там какие-то заявлены игры, конкурсы. В общем, ну, поедем, посмотрим, чего там. Да. Поедем, посмотрим, чего там интересного. Илюха, выше нос. В машине. Оставь ее. Пристегиваемся и поехали. Мы сейчас, мальчишки, с вами едем до метро. Потому что этот парк находится далеко от нас. Подъедем на метро, и там нас друзья наши заберут на машине. Ура! Мы все, погнали! Одели улыбки на лицо. Грустных я с собой не беру. Вот так-то лучше. Илья, в чем дело? Вот наполовину грустная, вот наполовину веселая. Все, ну что, мы зашли уже в парк. Тут вон такая красота. Зелено все. Свадьба вон там. Мужики уже нашли себе пень. Круто. Слушайте, такой красивый пень. В земле. Это разве пень? Здорово. Ну да, смотри, пенек, смотри, какое-то дерево было. Видишь, даже с земли торчит. Вот еще. Такой пенек. Пенек, пенек. Здорово. Пенек. Хороший пенек. Красивый парк. Такой. Птицы поют, мальчишки. Вы слышите, как птицы поют, заливаются? Да, я иду в лес. Ванька с рюкзаком. Мы взяли с собой бутерброды. Богдан, пойдем. Взяли бутерброды, яблоки, всякой еды, подстилочку. Будем, короче говоря, сегодня отдыхать и веселиться. Красота. Всю сюда. 32-33. Мальчишки играют с клоуном. Развлекаются. Ну как тебе там, не страшно? Нет, на волос лезет. Вот да? Круто, стой. Веревочный парк. Ну покажи. О, Ванек нас ползет. Ванька! Алена, отойди, Ваня, сижай. Ванюха, давай! Круто! Ух ты, как у тебя здорово получается! Молодец! Круто-круто! А по вот тем вот ты сможешь пройти поодиночно? А вот рядышком который? Вот, по вот этим. А ну покажи. Привет. Ой. Ванька, а ты сможешь, да, пройтись по этим? Я по вот этим могу. Можешь? А ну покажи. Ой, Илюха, молодец. Давай, ты уже дошел почти. Ю-ху, круто. Молодец. Теперь переставляй ногу. Я не хочу. Ваня! Где нас Илюша? А вот он где. Илюшка! Илюха, привет! Илюха, вот!
Привет. Ванюха, давай залазь. Оп, давай. Молодец. Вперед. Илюха слазит. Давай, а ну показывай. Молодцы, мужики. Давай. Хвосты виляют. Вы их что тут кормите чем-то? Нет. Нагонялись? Вкусное печенье? Ага. Бутерброды уже слопали? Нет. Вот бутерброд. Ну, доедай или отдай ему, что ты дразнишься. Я тоже не слопал. Нет, я хочу поедать. Мама, что-то я тоже не слопал. Источник. Водички. И вот озера. Прям тут целый каскад, да, Оль, озер? Одно, второе. Звезда моя. Путешественник. Смотри, вон источник. Можно пойти умыться. Ручки помыть. А вон где Богдан соленый. Ку-ку. А кто тут? Это там чистая вода? Да, конечно. Из-под земли бьет. Ну, пить она может очень холодная, но можно и пить, да. А где Богдан и Алёна? Вот, вот, Илюш. Вот. Припали к источнику. Такая вкусная. О, у вас двойная шляпа. Ты дом не попил? Да. Длиной, пожалуйста. Смотрите, у Даши двойная шляпа. Да, я сегодня красотка. Тут солнце светит, не знаю, будет видно или нет. Такая красивая природа тут выложена. А вот беседка, тут свадьба была. Была украшена, уже все поснимали. Так красиво. Что, походники мои? Идем уже домой? Будем ехать. Ой, какая красивая, смотрите, красивая лужайка фиолетовых цветов какая, видите вон? Красиво как. Пойдем, Ванек, пойдем. Беги сюда. Какие тут дорожки красивые, сады. Не надо цветы бить, ты что? Смотри, какие красивенькие. А? Вот какой-то куст, елки, сосны. Идем, Илюша. Илюнька, пойдем. А вот тут должна вода бежать. Это же это, видите, мельница. Водяная мельница. А чего тут вода, значит, не бежит? Не знаю, чего-то не бежит. Жалко. Мама, тут нет воды! Нету, да, должна бежать, и такая мельница тогда крутится. А, видите, вот тут вот вода просто, когда вот здесь много воды, она поднимается и спускается вот сюда. И... Не надо вам. Ваня. В замке. Видите, когда вот здесь много воды, она поднимается и бежит. Все, не надо. Пойдем вот там по мостику пройдемся, смотри. Невест тут прям целый парк. Сегодня невестами забит. Смотри, как красиво. И мостик, и мостик. Мам, тут прям целое королевство. Вон королевство. Да. Видишь, как здорово здесь, да? Нравится тебе в этом парке? Вон какую коряку, да, нашли? Коряка. Ой, тут вырезано еще что-то на нем. Здорово. Как принять, да, Ваня? Как залезть? Как залезть? О, Илюха залез. Илюха уже залез, молодец. Я Ваня. А, ты Ваня, это что такое? Что за беда? О, теперь Илюха залез.
О, залез. Илюха. Можешь мне подать ковбойскую палочку? Ковбойскую палочку? Это вот эту, что ли? О, Илюха залез тоже, молодец. Боже, Ваня, какой ты уже грязный, какие штаны грязные. Мне там больно. А ну, мальчишки, сделайте смешные лица. Какие красивые цветы, кусты цветут. Ого, Илюха, какое у тебя оружие крутое. Ничего себе. Покажи свой пистолет. У меня сегодня ножик. Ничего себе, это ты нашел? Сделал себе такое. Нашел. Крутецкое вообще оружие. Ну что, пойдем, уходите же. Понравилось в парке вам? У меня ножик в ванне. Да. Красивый парк очень, мама, да? Мама, ну что, а если будет что-то тут, то я на то и тут и мое, и здесь мое. Сидим назад, хотела показать вот такие у нас новые станции в метро с лифтами вот, для инвалидов, для колясок. Смотри, какие вагоны! Ух ты, какой вагон красивый. Разукрашен, расписан как, да? Да, все остальные скучные. Остальные скучные. Да? Ага, смотри, какой лук. Прям цветной лук. Все, нам на эту сторону. Идем. Смотрите, какие красивые станции строят сейчас, прям современные. Что? Нам на Минску. Минска, 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 Минска. Нам опять 15 остановок просто. Да. Минска. Мурзатые. 211. Минска. Где? А мы сейчас... А где мы сейчас, мама? А где мы сейчас? Ипподром. Ипподром, да? Да. Он едет наш поезд. 2, 3, 4, 5, 6. Поезд наш едет. 9, 10, 11. Давай ручку. 14. Ручку даем. Да, 16. Поезда умеете останавливать, да?